Когда мы возвращаемся из монастыря, мы едем с Кишинева в Тирасполь. Нас Господь нас благословляет. Двойная радуга. Сейчас я не видела такое никогда в своей жизни. Мы были в трех монастырях. Кодрица, Хинкул и Куприан. Сейчас мы едем домой в Тирасполь. Трасса Кишинев в Тирасполь, надеюсь. И вот видим такое вот Божье явление, такую красоту. Тут вся Москва в таком восторге, потому что она с двух сторон. Это радуга с двух сторон. Двойная еще. Хорошо. Нет уже ее. Все уже, да. Все прошло. Там солнце просто затенило. Да. Ну и то, спасибо Богу. Такую красоту, которую мы увидели. Пришел маленький дождик. Радуги больше нету, но мы увидели эту Божью благодать, Божье благословение, то есть Господь благословил нашу поездку, всех нас Господь коснулся. Все едем заряженные, божественной энергией, счастливые, с радостью, хвалим Бога и слава Богу за все.